Грибной суп по традиции готовят или сырным, или простым. На воде я готовлю с добавлением томата. Суп получается вкусным и наваристым. Поставьте вариться картофель. На сковороде сделайте зажарку из лука и моркови. Добавляем зажарку в бульон, к ней шампиньоны. Варим все до готовности. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Картофель очищаем и нарезаем кубиками. Картофель заливаем водой и ставим вариться. Тем временем очищаем лук, нарезаем его кубиками и обжариваем на растительном масле. Добавляем тертые, на терке, морковь, обжариваем все вместе. Добавьте томатный соус, томатный сок или разведенную томатную пасту, тушите все вместе 5 минут. Ставим лайк и подписываемся. Нарежьте произвольно шампиньоны. Зажарку без грибов добавляем в основной бульон, варим 5 минут. Добавляем сырые шампиньоны, варим еще 10 минут, добавляем соль, специи по вкусу, доведите суп до готовности и выключайте. Разлейте суп по тарелкам и подайте к столу. Вкусняшки, подписавшимся. Необходимые ингредиенты. Шампиньоны 100 грамм, вода 2 литра, растительное масло 30 миллилитров, соль, специи по вкусу, картофель 4 штуки, морковь 1 штука, лук репчатый 2 штуки, томатный соус типа краснодарского 100 грамм, можно заменить на 2 столовые ложки томатной пасты, разведенной в 0,5 стакана воды, количество порций 6. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Всем приятного аппетита, жду вас снова.